Партнер показу – Центр репродуктології Medicover Fertility. Здоров'я – це головна цінність кожної людини. Звісно, можна сподіватися, що хвороби минуть вас стороною, або що більшість із них, наприклад, інфаркт та інсульт, для старшого покоління. Але, на жаль, це не так. У всьому світі ці недуги молодшають. З вами «Здорова Сріда» та я її ведуча Вікторія Гаврюшова. Сьогодні говоримо про хвороби судин та серця. Щодня здорове серце прокачує 2000 галонів або 7600 літрів крові через кровоносні судини. А енергії, яку воно виробляє за життя, вистачило б для польоту на місяць. Якщо ж відбувається ураження серцевого м'яза, викликане гострим порушенням його кровопостачання, у людини трапляється інфаркт. При цьому уражена частина м'яза серця відмирає. Інсульт – це також порушення кровообігу, але вже мозку. Це призводить до відмирання або пошкодження нервових клітин. Мозкова діяльність після інсульту порушується. Цей тандем – серце і судини – утворює серцево-судинну систему. Від їх злагодженої роботи залежить якість і тривалість життя людини. Якщо в цій системі з'являються неполадки, наслідки можуть стати фатальними. Щорічно у світі серцево-судинні захворювання забирають 17 мільйонів життів. В Україні вони є основною причиною смертності. Офіційні цифри приголомшливі – майже 70%. А світова статистика стверджує, що за всю історію ці захворювання забрали більше життів, ніж усі війни разом узяті. На перший погляд, інсульт та інфаркт можна назвати раптовими хворобами. Лікарі знають, що серцево-судинні лиха – часто результат нашого неправильного способу життя. То що ми робимо не так? Із цим питанням нам допоможе розібратися наша гостя – керівник Дніпропетровського обласного центру здоров'я Алла Толчинська. Вітаю, пані Алло. Доброго дня. Дуже рада, що ви сьогодні у нашій студії. В нас дуже важлива тема. І перше питання. Знаю, що на сьогоднішній день проводиться дуже багато досліджень стосовно саме серцево-судинних захворювань. Але, на жаль, чомусь випадків, коли люди хворіють на інсульт та інфаркт, їх стає все більше, особливо в Україні. Через що це трапляється? Це відбувається тому, що, несмотря на дослідження, на кількість огромної інформації про те, що це заболівання образу життя, ми як-то не особо привикли заботитися про своє здоров'я і займатися профілактикою. І розуміти, що якщо ми подумаємо об этом когда-нибудь потом, когда мы будем там за 50 или еще когда-нибудь, то будет немножечко поздно. Поэтому надо немножко следить за своим здоровьем и понимать, как его сберечь. І хочеться поговорити про головні ознаки, так, інсульту та інфаркту, адже багато людей, інколи зовсім не розуміє, що з ними відбувається. Щось не так відчувають, але пояснити не можуть. Різники основні, скажімо так, це вже катастрофи, да, які случаються з чоловіком, інфаркт або інсульт, це ускладнення якихось основних заболівань, хоча буває і внезапно виникає ця патологія, але основними признаками, якщо говорити об інфаркті, то це сильна біль за грудиною, яка може віддавати в лопатку, в руку, в челюсть, може бути нетипічна форма, може живот боліти у чоловіка, тобто може і сознання потеряти, тобто серйозна боль така, і може виникнути страх смерті, тобто паніка, і спотіти може сильно чоловік, тобто такі от признаки, тобто це вже серйозна катастрофа, звісно, одразу треба визивати скору допомогу. А якщо... Тут навіть чекати не треба нічого, визивати скору допомогу, говорити оператору конкретно, що случилось, і швидко визивати врачей. Потому что тут уже идет счет на секунды. Если говорить об инсульте, то он также может быть и внезапно, но может быть возникать там на фоне очень высокого давления, если человек не занимается лечением, не знает, что у него высокое давление, или там какие-то происходят у него стрессовые факторы, то инсульт, в принципе, сам человек может и не понять, но и окружающие могут обратить на это внимание. Может появиться асимметрия лица, сильная головная боль, головокружение –
тошнота, рвота может быть. Может быть трудность, такие явные признаки. Да, это уже такие явные признаки. Может быть там затруднение походки, то есть человек может упасть, может онеметь одна половина тела, может быть боль с одной стороны лица, то есть такие вот, руку может человек трудно поднять. Если, допустим, родные или кто-то знакомый с ним рядом, может попросить поднять две руки, и увидите, что одна рука поднимается, вторая нет. Это такой первый мини-тест. Да, то есть не надо ничего ждать, чтоб опустит, отпустит. Надо быстренько вызывать скорую помощь. Чем раньше, тем больше шансов эти изменения в головном мозге сделать обратимыми. То есть, чтобы как бы выйти из этого состояния с наименьшими потерями. А чи можливо попередити ці ознаки? Да, конечно, но не 100% случаев, потому что бывает разная патология, которая может, там, допустим, как аневризма, да, лопнуть может такой сосуд в головном мозге, и тогда ну, как вы можете не знать об этом, что такое может быть, поэтому, но в основном, в большем числе случаев можно предупредить. Ну і, на жаль, ці випадки можуть повторюватися. Так, да, к сожалению, це може повторюватися. Як цього уникнути? Так, да, ну якщо человек вже имел таку катастрофу сосудисту в своїй житті, или інфаркт, или інсульт, ну, понятне діло, що він общався з врачами, да? Хоча іноді говорять, що там перенес інфаркт на ногах, ну, так говорят, в быту. То есть может доктор на кардиограмме увидеть изменения, которые в прошлом, может быть, человек перенес. И, естественно, доктор дает рекомендации. Пожалуйста, надо их выполнять. То есть нельзя с этим шутить. Каждый повторный инфаркт или инсульт может закончиться смертью. Поэтому как бы человек сам заинтересован в том, чтобы жить. Ну так, еще на жаль, полноценно жить. На жаль, да? Наслідки фатальні. Да, к сожалению, да. Ну, это серьезная катастрофа. Сосудисте. Ну і головне питання, яке хвилює мене, усіх глядачів, я впевнена, як же уникнути серцево-судинних захворювань, які, на жаль, можуть призводити до ось цих інфарктів та інсультів? Ну, як правило, нам ще вважається, що це заболівання образу життя. Очень, ну, редко это как бы наследственные факторы могут быть, еще какие-то, но в основном это образ жизни, который мы ведем. Ну, к сожалению, мы об этом не думаем, там в 20-30 лет мы думаем об этом, когда уже, к сожалению, что когда наступает какая-то катастрофа, нас уже что-то беспокоит. А когда человека ничего не беспокоит, он особо не думает, хвилюется, а не волнуется об этом. И как бы делает то, что он делает. Вот нравится ему курить, он курит. Нравится ему там жирные продукты есть или там валяться на диване после работы. Ну, в общем, такие вот есть моменты, о которых мы не думаем. А когда уже поздно, уже как-то неинтересно. И треба одразу идти до лікаря. Да, да, обязательно совет врача, его рекомендации. Даже если вы в чем-то сомневаетесь, выберите другого врача. Ну, есть доктора хорошие, которые могут вам помочь. Тепер ми розуміємо, головне – це дотримуватися здорового способу життя, але не лише на словах, а й на справі. І з цим питанням ми звернулися до мешканців нашого міста. Тож, увага на екран. А що таке здоровий спосіб життя? Чоловік має сам осознавати, тобто для кожного своє. Тобто, в першу чергу, це здорове питання має бути для чоловіка. Тобто, я так вважаю, спорт обов'язково. Хороше питання, во-первых, не пити, не курити, займатися фізкультурою. Спорт, не вживати алкоголь, цигарки. Зарядка там. Плавання, правильне питання. Не употребляти алкоголь, щоб потім не вмирати від цирозу печені. Не курити, щоб потім не страдати заболіваннями легочної системи. Не смотреть довго телевізор, щоб не потеряти зріння. Жити так, щоб жити довго. Чередування роботи і відпочинку. Грамотне і здорове питання. Правильно. Ну і ще заняття спортом. Я вважаю, що как-то, хоча б як мінімум пробіжка має бути. Як ви підтримуєте своє здоров'я? Стараюся правильно питатися і стараюся хоча б куди-то записатися, тому що ну, хоча б себе в форму привести. А як правильно присідати треба, знаєте? Спина ровна, руки на витягнуті. Спасибо большое. Фізкультурою займаюся. Каждое утро. Вторые вот эти упражнения, так. Вот эти. Ну, разные, но... Ничего не делаю. Правильне харчування, намагаємося не нервуватися. Я кожен день на фізкультуру ходимо. Я кожен собі завжди думаю, що найкраще. Мені кажеться, я все роблю.
Ось такі відповіді наших мешканців. Пані Алло, прокоментуйте, будь ласка, відповіді. Ну, на самом деле, достаточно большой, да, пассивный, да, такой запас знаний, да. Многі, много знают, но еще там есть, не сказали, соли надо меньше, меньше соли надо есть, но у нас, ну, так, такая кухня украинская, она такая вкусная и соли, ну, многие любят соленое. Колоритно. Да, да, там квашеные, там соленое блюдо, то есть меньше соли и, в принципе, практически все назвали. А яка ймовірність захворювань саме серцево-судинних у людей, які давали відповіді на наші питання? Ну, во-первых, з возрастом, естественно, связано з лишнім весом. То, що, ну, були всі стройні, по-моєму, да? Ну, і активні, зарядку робили. Да. Очень хорошо девочка сказала, що не нервничать, чередувати отдых з трудом, да, вот режим труда і отдыха чередувати. То есть, конечно, если устает человек, не отдыхает, это тоже очень нехорошо. И физическая активность очень важна. Куда-то записаться, да, так, записаться. Можно не записываться, можно гулять, ходить пешком вечером, вместо того, чтобы, когда ты ляжешь под одеялко, еще сверху кошка ляжет, уже не встанешь. А лучше после так поужинал и лег, да, но надо встать и пройтись там парк, ну, где-нибудь погулять, хотя бы погулять. Не обязательно записываться, да. Ну, все ж таки молодці наші мешканці. Да. Все знают все. Виявляється, що такий прогноз серцево-судинних хвороб для себе може зробити кожен із нас. Достатньо просто взяти ручку і чесно відповісти на кілька питань. Пропоную зробити це разом зі мною. Чи є у вас зайва вага? Ви палите? Зловживаєте алкоголем? Чи підвищений у вас артеріальний тиск? Ви збалансовано харчуєтесь? Чи слабка у вас фізична активність? Чи є у вас хронічний стрес? Пані Алла, ось такий тест ми пройшли, і що ви скажете про нього? Ну, якщо говорити, що тестуємо вас, ну, то, в принципі, достатньо для того, щоб зрозуміти, є ли у вас ризик. Да? Вот возраст ваш учитывая, то есть курение, лишний вес, естественно. Можна, я би ще спросила, як ваші рідні? Есть ли у них гипертоническая болезнь или сахарный диабет, или повышенное давление, инфаркт, инсульт был когда-то. То есть это можно тоже спросить. Тобто на це також потрібно звертати увагу. Да, наследственность, конечно, тоже такой фактор, который может способствовать. Ну и сахарный диабет тоже. Я бы спросила. Я бы вас, наверное, не тревожила и не просила сдавать анализы. Вас нет. Вот. То есть, в принципе, если вы ответили на все эти вопросы позитивно, то риск у вас очень низкий, естественно. Мы о рисках позже еще поговорим, да? Ці пункти у медицині називають факторами ризику. Чим більше відповідей так ви набрали, тим ближче виявилися до інфаркту або інсульту. Пані Алло, давайте ж поговоримо про ці ризики можливі, так? Да, то есть есть такое понятие, как вероятность или риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Ну, то есть наука идет вперед, и созданы вот такие тесты, как шкала Скоро. Она очень простая. Практически у всех семейных врачей Днепра есть такие, и в Днепропетровской области, естественно, есть такие таблички, с помощью которых можно вместе с пациентом, который пришел посоветоваться, не больным, пациентом, человеком обычным, и понять, есть ли тест, да? Есть ли риск у человека таких вот серьезных заболеваний. Естественно, если говорить об этой табличке, то тут имеется в виду возраст. Понятно, да, вы молодая, вам как бы не особо и надо. Но если человеку за 40, зависит от того, мужчина это или женщина, курит он или не курит, и какой у него уровень холестерина. Тобто, починаючи вже з 40 років, потрібно слідкувати уважніше. Да, за конечно, да, возрастной фактор имеет значение, ну, к сожалению, мужчины страдают этим чаще, чем женщины. То есть сам факт, что пациент мужчина, это как почему бы так? Фактор. Ну, так. Так. Так склалося. Да, так, ага. Да, так. Есть особенности, отличия женского организма от мужского, поэтому у мужчин такой вот риск, наука так говорит нам, риск выше гораздо, чем у женщин. И пользуясь этой табличкой, доктор вместе с пациентом, тут очень хорошо видно, красненькая, зелененькая, вот там, где красненькая, там очень надо быть внимательным. То есть, если зеленый, риск низкий. То есть, чем выше цифры артериального давления, которое
доктор померил пациенту в данный момент. Чем выше уровень холестерина и старше возраст, тем выше риск у человека возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Ну и, соответственно, у курящих риск выше, чем у некурящих. Есть еще таблицы относительного риска, они касаются молодых людей, но тут только учитывается цифра артериального давления, потому что часто так бывает, что и у молодых людей возникает повышение давления, и уровень холестерина. То есть, если есть проблема, человек действительно беспокоится, он пошел к врачу, есть тесты, определяется уровень холестерина, и давление меряется, и тогда можно определить, какой риск. Чем выше риск, тем соответственно, надо внимательно отнестись к своему здоровью и понимать, что с этим делать, как регулировать давление не медикаментозно. То есть все. А кому-то як часто потрібно заміряти тиск? Ну, понятное дело, что чем старше вы, тем больше необходимость измерения артериального давления. Если вы знаете, что у вас повышенные цифры, где-то вы там в супермаркет пришли, там меряют, вы померили высокий, сходите к врачу, пожалуйста, или дома померите. Тобто воно само так не пройде? Ну, как бы нельзя сказать, что само не пройдет. Может, ну, вы понервничали, может, вы выпили кофе, покурили. Это тоже... Причины риска. Да, это тоже может поднять именно давление, и вы в данный момент его померили. Да, оно может само пройти, но с возрастом возможности сосудов расслабляться или спазмироваться, они меняются, поэтому шансов меньше, что само пройдет. Поэтому лучше проконсультироваться к врачу или хотя бы самому помониторить, какое у вас давление. То есть часто мерять его тоже не надо, потому что есть такая даже вот... так бывает, что чем чаще человек меряет давление, допустим, меряет несколько раз в день, и он больше переживает, от этого еще больше поднимается давление. То есть, ну, доктора советуют там мерять утром, к примеру, или утром и вечером, если подбирают терапию, ну, лекарство, которое надо человеку купить. Поэтому каждое утро можно померить. Но вообще рекомендуется хотя бы раз в 2-3 месяца просто мерять давление себе. Если вас ничего не волнует, не беспокоит, ничего страшного. Ну. Поняла. І таке актуальне питання. Ось нещодавно моя знайома жалілася на погане самопочуття. І їй запропонували одразу заміряти тиск, адже говорила, що голова болить. Але сталося так, що ні вона, ні її знайомі поруч не знали, як правильно це зробити. І насправді, сьогодні дуже багато апаратів, як же ними правильно користуватися. Пропоную зараз у нашій студії показати це та розповісти нашим глядачам. Да, з удовольствием. У нас тут є приклади. Да, да. Угу. Що робити? Вообще, на самом деле, с чего совершенно, да, совершенно простая процедура, и человек может это делать сам. Давайте все. Я буду да. Показывать, давайте, а вы да. Рассказывать, как да, правильно вы одеваете. Чи можно только... на одяг его не? Нет, на одежду вы не одеваете. Ну, то есть, если человек сам меряет дома, он может, имеет возможность снять одежду. То есть, рука должна быть без одежды. Вот эта трубочка должна быть у вас по верхней поверхности руки. Немножко поверните, да, вот так, да. Ось, це ідеальний варіант. У вас одежда скользка і скользить, поэтому ага. Вот это ідеальний варіант, не очень туго, не очень слабо. У вас должно два пальца проходить, да, вот между рукой и манжеткой. Поки все сходиться. Да, 2-3 сантиметра от края манжетки до локтевой ямки. Ну, так оно и получается, да. Все. А, еще очень важно, до измерения давления вы хотя бы минут 10 должны отдохнуть, посидеть. Вообще, почему рекомендуют утром, да? Никакой физической нагрузки. Вы встали, не пили ни кофе, ни чай, не кушали, не нервничали, еще если вам с работы не позвонили. То есть вы можете совершенно спокойно измерять давление. То есть надо не пить кофе, не пить чай, не курить и не кушать. 10 хвилин и можно замерять. Да, да. Вы нажимаете кнопочку и аппарат все делает сам. Так. А який взагалі нормальний тиск вважається для людини? Да, есть оптимальное давление, которое рекомендуют международные протоколы. Это 120 на 80, не выше, чем 120 на 80. И верхняя граница нормы 139 на 89. Понятно, что есть гипотоники. Что-то у нас тут батарейка, да? Да ничего страшного. Вот, есть люди, у которых обычно, но это обычно люди знают об этом, они если раз-два померили, то есть низкие цифры. Но гипотония нас не особо волнует в плане возникновения каких-то сосудистых катастроф. Поэтому, если человек уже понимает, что у него гипотония, и для него и 120 на 80, там, ну, как бы много, он плохо себя чувствует. Но норма это 139 на 89, то есть уже надо идти к доктору. 140 на 90. И не ждать, пока эти цифры повысятся дальше. 118 на 88. Прекрасное давление. Нормально. Тобто да, абсолютно можна не нормально. Хвилюватися. Не волнуйтесь, да. Есть, і давайте, поговоримо про ваш приклад. Да.
Я снимаю. Тут вы используете стетоскоп. Одеваете точно так же манжеточку. Вот тут вот тоже палец должен проходить. Тут 2-3 сантиметра от локтевой ямки. Вы одеваете стетоскоп. И укладываете... Я пока выну из ушей. Так, известно, известно. Мы же показываем, да. То есть и вот сюда в локтевую ямку вы подставляете мембрану. Слухаем. Да, и слушаете, да. Потом берете грушу, тут закрыто, клапан закрыт, и накачиваете. Накачиваете вообще считается на 30-40 миллиметров ртутного столба выше обычных цифр. Но если человек не знает, ну накачайте до 180, к примеру. Потом потихонечку откручиваете, и у вас... И слушаете, у вас медленно стрелочка по шкале идет вниз, и вы слушаете, когда появляются тоны такие, четкие удары, и вы их слышите, то это систолическое давление верхнее, и когда исчезают эти удары, то это нижнее, диастолическое давление. То есть, к примеру, у меня там, допустим, 130 на 80. Нормальное давление я услышала. Да, и записала. Четкие биения, да. Взяла дневничок и записала. Если, ну, как бы доктор мне рекомендовал, если у меня есть проблемы с этим, то, конечно, хорошо, потому что особенно пожилые люди, они забывают. Они говорят, ой, все ж так было хорошо, тут вдруг повысилось. Ну, вот забывают, сколько они намерили. А так и при деле человек записал себе, дневничок ведет каждый день, время, дата и какие цифры. И смотрит... Розібралася з цим питанням, пані Олеся. Да, в принципі, несложно. Сам чоловік може дуже легко цьому навчитися, ну, попросити. І головне систематично це виконувати. Да, головне це делать систематично, особливо, якщо є проблеми. Якщо немає проблем, ви прекрасно себе чувствуєте, займаєтесь спортом, но сейчас маса таких гаджетів, які ви там одеваєте, браслетик на запястье, да, он там і пульс вам міряє. І, ну, то есть є такі прибори слежения, які можуть говорити вам, що не так. Ну, так, в принципі. Дякую. Несложно навчитися. Кожну програму ви маєте можливість поставити запитання гостям нашої студії, аби отримати кваліфіковану відповідь від спеціаліста. Дякуємо за вашу активність. Тож, увага, перше питання. Пані Алло. Як часто треба ходити к врачу, щоб избежать інфаркта или інсульта? Ось таке питання. Да, вам слово, да, Алло, да. Валерівна. Ну, не фокус в тому, щоб ходити, да, в тому фокус, щоб виконувати його рекомендації. Тобто, якщо у людини є свій доктор, ви вибрали доктора, підписали декларацію з ним, він тепер з вами в тісній зв'язі знаходиться, да, в телефонній. Ви можете прийти, він вас обслідує, поміряє вам давлення, дасть вам рекомендації, скаже, які ще потрібно здати аналізи, к примеру, да, або моніторування, куди ще щось, назначив лечення, і тоді ви відмічаєте, яке у вас давлення, як вам підходять ці препарати. Якщо по телефону з доктором ви договорюєтесь, і у вас все нормально, ваш цифры давления в норме, вы достигли. Обязательно надо достичь целевых цифр. То есть вам доктор должен объяснить, что целевое давление у вас, к примеру, 125 на 85, да? Ну, не выше 30, 130. То вы должны, если у вас не получается, вы договариваетесь с доктором о визите, вы, доктор корректирует терапию, говорит, какие медикаменты, что на что поменять, какие попробовать другую схему лечения. Бывает монотерапия, то есть одно лекарство назначает, бывает несколько комбинаций. То есть варианты есть разные, да, для каждого, они лучше, да. И как только подобрали лечение, все нормально. Доктор сказал, можете к нему не ходить, если у вас все хорошо. Если нет, записывайтесь, приходите опять к доктору. Дякуємо нашим глядачам за активність. Горацій казав, якщо не бігаєш, поки здоровий, доведеться побігати, коли захворієш. А щоб цього не сталося, наш фітнес-тренер підготувала для вас спеціальні комплекси вправ, які можна виконувати людям із будь-яким тиском. Вітаю, Богдана. Я готова починати тренування. Привіт. Ми з моєю командою теж готові тренуватися. Сьогодні розкажу про тренування при гіпертонії. При повищеному давленні потрібно бути дуже акуратним. Тим не менше, це не значить, що не можна тренуватися. Тренировки должны начинаться с нижней части тела для того, чтобы кровообращение переместить к мышцам ног. Это нормализует давление. Пошли вдох, выдох. Дальше колени. 4, 3, 2.
переходим на спокойные приседания. Таким образом равномерно перераспределяем объем крови в нижней части тела. И переходим к небольшой растяжке. І з високим тиском розібралися, що ж робити тим, у кого він низький, саме гіпотонікам? Если низкое давление, то ограничений в принципе меньше, но тем не менее нужно тренироваться аккуратно. И здесь наоборот, лучше начинать тренировку с верхней части тела. Таким образом кровообращение, в том числе и в сосудах головы, будет активизироваться и самочувствие улучшаться. Но начинать ее нужно очень плавно и постепенно. А потом в конце добавить упражнение на нижнюю часть тела. Уровень нагрузки может быть средний или чуть выше среднего. Сегодня прокачаем руки, берем гантельки. Богдана, а если дома немає гантелей, что делать? В принципе, данные упражнения можно выполнять с полулитровыми бутылочками воды. И в конце каждой тренировки должна быть небольшая растяжка тех мышц, которые работали. И заканчиваем. Делаем вдох. И выдох. Спасибо. И вам дякую, Богдана. Алло, Валерівно, як часто можна виконувати такі вправи? Ну, рекомендується по полчаса, 5 днів в неділю, любої фізичної нагрузки, не інтенсивної. Звісно, не можна говорити, що з високим давленням я б не стала робити ось такі упражнення. Йога – добре, поплавати – добре, але взагалі треба нормалізувати цифри, потім займатися. Із м'язами все зрозуміло, тепер давайте поговоримо про харчування. Пані Алло, невже потрібно завжди сидіти на дієті? Да. Не хочеться ж так. Не треба на ній сидіти. Слово «дієта» всіх пугає завжди. Треба просто зрозуміти, як оптимально питатися, щоб це не повредило вашому здоров'ю. Давайте не називати це дієтою, а просто правильним питанням. І тоді це буде більш привлекательно для людина. Тому вибирати нежирне. Ну, у нас, к сожалению, така традиционная кухня украинская, она жирная, она вкусная, правда, соленая, жирная и не полезная. Но, в принципе, масса блюд, которые можно придумать, там, сделать для того, чтобы они были здоровыми. То есть больше овощей, больше фруктов, больше цельнозерновых каш, нежирное мясо, растительное масло. Животные жиры должны быть, но немного. Зараз ми про Сало це можна. Більш детально поговоримо. Скажи мені, що у твоєму холодильнику, і я скажу, у якому стані твоє здоров'я. Пропоную зазирнути та зробити висновки. Сьогодні ми говоримо про профілактику серцево-судинних захворювань. І у рамках цієї теми дуже важливо знати, як же правильно харчуватися. Тому на нашу кухню я сьогодні запрошую лікаря-дієтолога вищої категорії Вікторію Калашникову. Я вас приветствую. Вітаю, Вікторія. Сьогодні говоримо про профілактику серцево-судинних захворювань. Що скажете стосовно цієї теми? Один из основных моментов при сердечно-сосудистых заболеваниях – это поддержание идеальной массы тела. Сегодня каждый человек, который смотрит нашу программу, может выяснить, есть ли у него риск возникновения подобных заболеваний или нет. Необходимо просто измерить объем собственной талии. Свыше 80 сантиметров для женщин и 94 для мужчин уже есть риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому, пожалуйста, все, кто входит в эту зону риска, займитесь собственным здоровьем, следите о своем питании. Ось на нашому столі знаходяться продукти з мого холодильнику. І мені так здається, що ці продукти є у більшості наших телеглядачів. Наприклад, ось на ранок сьогодні, на сніданок, я приготувала собі солодкий сир, а чоловіку на роботу зробила бутерброди. Та я не знаю, чи корисні ці варіанти. Ну, ваш творожок замечательный, тем более с ягодами. Во-первых, творог, он содержит большое количество ценных, незаменимых для человека аминокислот, которые как раз пойдут на построение
сердечной мышцы миокарда, большое количество ягодок, которые необходимы как раз для сердечно-сосудистой системы. Но в отношении блюд, которые вы приготовили мужу, конечно, не очень полезные компоненты присутствуют. Ну, колбаску я однозначно не рекомендую к употреблению, во-первых, потому что... Я то самое. Любую колбаску. Продукт колбаса, кроме всего, обычно содержит еще и глютамат. Мы знаем прекрасно, если в нашем холодильнике лежит колбаса, нас ничего больше не интересует. И вместо натуральной птицы очень часто у нас на столе присутствует колбаса. Полностью ее брать. А вот сало как раз должно быть. У вас замечательно на столе присутствует хурма, яблоки. Замечательно то, что вы употребляете сок фреш, выдавленный из морковки. Все цветные фрукты и овощи, они содержат бета-каротин. Он способствует тому, чтобы не изменялась и не разрушалась стенка сосудов. Пані Вікторія, давайте підведемо підсумки, що можна, що не можна. Дуже важливо кожному прийому пищі употребляти овочі. Затем это натуральное мясо или рыба. Рыба должна быть для тех, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, желательно каждый день. Затем цельнозерновые крупы. Также должны быть на нашем столе и яйца. Яйца на сегодняшний день реабилитированы Всемирной организацией здравоохранения, потому что не доказано, что есть прямая связь между холестерином яйца и высокой концентрацией холестерина в крови человека. Что я не рекомендую? Прежде всего, это соленые продукты, колбасы, полуфабрикаты. И, Виктория, может, вы порадите нам какую-то страву? Страва – это селедка под шубой. Це корисно? Невже? Там же є і майонез. Да, майонез можна замінити сметаною. Можна положити немного менше картофеля, чим обычно. А так всі ті ж самі компоненти – і свекла, і морковка. Вікторія, ну і хочеться чогось солоденького. Ну, в качестве сладкого, конечно, я не рекомендую те сласти, которые стоят у вас на столе. Было бы хорошо, если бы это были финики, инжир, курага, чернослив, запеченные, например, яблоки, может быть, тыква. Що ж, відправляємося готувати. Після спілкування з дієтологом я вирішила перевірити її поради на собі та приготувала ось ці страви. На це я витратила 35 хвилин та десь приблизно 30 гривень. Зовсім недорого та смачно. Це значно дешевше, ніж ліки в аптеці. Пані Алло, чи достатньо фізкультури та правильного харчування для того, аби уникнути серцево-судинних захворювань? Чи все ж таки потрібно вживати якісь медикаменти? Молодим, да, достатньо. Якщо низький ризик, достатньо. Є таке понять, как немедикаментозное лечение, то есть предлагают изменить образ жизни, и этого достаточно. Если старший риск высокий, то недостаточно. Если не помогает просто питанием и образом жизни нормализовать давление, то обязательно надо послушать совет врача и принимать медикаменты. І так, ми підводимо підсумки: здорові звички, правильне харчування, звичайна фізкультура та вчасні походи до лікарів зможуть значно заощадити ваші гроші на ліки та навіть врятувати від інсульту та інфаркту. Я нагадую, що у нас у гостях сьогодні була керівник Дніпропетровського обласного центру здоров'я Алла Толчинська. Дякую вам за участь у нашій програмі, за ваші корисні поради, пані Алло. Спасибо, да, спасибо большое. Я всем желаю крепкого здоровья и желаю заботиться о себе и помнить о том, что, ну, собственно, как вот мы о себе заботимся, так мы и проживем долго и активно. І, звісно, вам, телеглядачі, ми також дякуємо. Спеціально для вас ми ведемо сторінку у Фейсбук, там ви можете ставити свої запитання, а ми їх переадресуємо нашим спеціалістам. Бережіть себе та до нових зустрічей на території здорової середи. Міжнародний центр репродуктології Medicover Fertility відтепер у Дніпрі. Жіноче здоров'я та лікування безпліддя, гінекологія, урологія, репродуктологія. Новітнє обладнання, 18 років на ринку. Вулиця Володимира Великого, 9, Medicover Fertility.